Я Быковой сказал, я говорю, вот в Железногорске почему-то там администрация, общественные организации не проявляют инициативу, они закладывают и субсидируют. На декаду инвалидов они составили, общественная организация составила список, какие бы они хотели видеть в продуктовых наборах, ну, перечисление, перечень продуктовых наборов. Они составили, они им выделили 70 тысяч через ДК или Дом культуры, и Дом культуры они подали ведомость и отчитались, и сделали продуктовый набор, и тортики положили, и, ну, такой контингент возрастной, который постарше, это самые люди-инвалиды, они выдали им продуктовые наборы на 70 человек. В Советском районе Красноярского края, там 80 тысяч выделили субсидий. И также закупили вот эти продуктовые наборы и раздали инвалидов. Но у нас, ну, может администрация прийти с корзиночкой там, подарить обществу инвалидов, как руководителю Володину на общество. Ну, корзину может там чаю. Но я больше от администрации ничего не видел. Ничего, за 24 года раньше было да. Мне есть чем сравнить прошлые года, но люди остаются людьми. Это самое высокое человеческое, оставаться человеком, а не чиновником.